От у вас своя доля, правда? У вас своя доля. У вас своя доля. Что это означает доля? Это означает, что мне, для меня, у меня есть какие-то люди, которые меня окружают. Да? Кто-то родился в семье, у которых 10 детей. Это доля. Да? Кто-то родился в семье, у которой сразу же мама ушла или папа ушел. Или вообще кто-то родился, его сразу же в детдом отдали. Это уже доля. И что самое удивительное в этой мантре говорится, что тебе выделена своя доля, научись быть благодарным внутри своей доли, не посягай ни на что другое. Не надо себя сравнивать. Ну, то ли дело у вас. Вот какие глаза красивые. Да? Вот какие вообще, вот и губки, все, все на месте, все красиво. А у меня что это такое? То есть если я начинаю сравнивать себя, да, или кто-то там, ну конечно, вам же повезло, вы же вот в такой обеспеченной семье родились. То есть как только человек начинает себя сравнивать с кем-то, он в эту же секунду становится несчастным. Потому что человеку нужно научиться быть благодарным внутри той ситуации, которая есть. И тогда ему дается нечто большее. Как маленькому ребенку дали пирамидку поиграть, да? Если он не умеет эту складывать, разве ему даете что-то более серьезное? Нет? Вы ему даете что-то такое? Игрушку какую-то. Не то, что вы ему даете, сразу iPhone 7 вышел, да? Мясо ночью поиграли. Нет. Вы ему даете что-то такое вот, не знаю, Nokia какую-нибудь там. Или вообще перегонку просто. Так и Господь с нами говорит, на, вот с этим пока поиграйся.